В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» в Одинцовском округе продолжаются рейды, в ходе которых партийцы проверяют состояние дорожной разметки вблизи образовательных учреждений. В контрольных мероприятиях принял участие председатель фракции «Единая Россия» в окружном совете Вячеслав Киреев. Он проверил наличие оборудованных пешеходных переходов, дорожных знаков, ограждения и светофоров возле школы в деревне Ликино.